В Грозном расследуют обстоятельства ЧП на автозаправочной станции в Старопромысловском районе. В воскресенье вечером там загорелась одна из емкостей с топливом. Прибывшие на место пожарные начали сбивать пламя. Вокруг собрались любопытные. В тот момент прогремел мощный взрыв. Люди бросились в расцепную. При тушении пожара пострадали 3 сотрудника регионального МЧС. Сейчас они в больнице. Всего с огнем боролись более 70 спасателей. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать утечка газа.